С чего начать, если решили открыть свое дело? Будущим предпринимателям рассказывают на специальном семинаре в промышленном районе Самары. Светлана Одинцова уже оформила ИП и открыла торговую точку. Планирует развивать свое дело. На семинар пришла, чтобы узнать больше полезной информации. Что нового в законодательстве? Много интересного для себя узнала. По налогам, по Роспотребнадзор приезжает очень часто. Много чего узнаю для себя. Подчеркиваю. Семинар для начинающих предпринимателей проходит в Самаре по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Полезными в работе знаниями с участниками делятся специалисты городского департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Коммерсантам рассказывают и о мерах поддержки, которые есть в Самаре. Это обучающие программы, в которых могут принимать участие как сами предприниматели, так и их работники для повышения квалификации, для выхода на новый уровень. Это представлена поддержка в виде проведения выставок всевозможных. Предприниматели существующие могут получить финансовую поддержку от города. Сейчас заканчивается прием заявок на конкурс на выдачу грантов. Гранты выдаются в сумме до 350 тысяч рублей на покрытие затрат на создание собственного бизнеса. Также предприниматели могут обратиться за консультацией в Самарский бизнес-инкубатор. Здесь помогают с регистрацией фирмы, разработкой бизнес-плана и могут предоставить в аренду помещение. Мы сдаем эти помещения в аренду через конкурсную процедуру. Предприниматели могут поучаствовать в конкурсе, зайти. И преимущество этих помещений в том, что они оснащены мебелью, они оснащены оргтехникой, обеспечены круглосуточной охраной и обеспечены уборкой. Следующий семинар для начинающих предпринимателей запланирован в Октябрьском районе Самары. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События.